Уральске проходит Кубок страны по волейболу. Спортсмены сражаются у сетки не только за право называться сильнейшим, но и за путевки на республиканский турнир, который пройдет в Павлодаре. Данные состязания являются отборочными. Здесь принимают участие 8 команд, а это более сотни спортсменов. В течение следующей недели их задача – выявить сильнейшие сквады. Один из амбициозных волейбольных клубов – это Кызылординский «Кайсар». «Кайсар» – волейбол команда. Мы приступили к подготовке к турниру в июле. Наша главная цель – на весь сезон хорошо сыграть и получить богатый опыт. Правда, основная мечта, конечно, – выход в национальную лигу. В нашей команде все игроки местные, наши воспитанники. Хочется также отметить, что данные соревнования проходят на хорошем уровне. И пусть состязания только набирают обороты, кызылординцы поражений не знают. От игры к игре они чувствуют себя все более уверенно. Аналогичной дорогой идет и местный клуб «Жаик-1». Однако фаворитами являются почти все команды. Единственное, только вот выпадает «Жаик-2», потому что это совсем молодая команда. Их включили, чтобы опробовать команду, посмотреть на них. И новая команда «Айсултан», город Кустанай. Вот. А остальные команды все очень бьются. И то, я думаю, что даже по ходу чемпионата высшей лиги и «Жаик-2» в дубле, и «Айсултан» они будут прибавлять, потому что потенциал у команд есть. Лучшие команды этих соревнований отправятся на республиканский турнир в Павлодар. Алексей Кочемасов, Айгуль Лагашкина, Дильбек Исаков, Колыбек Акрап, Акжаик Акпарат.